Домашняя солнечная электростанция 30 кВт. На данном объекте использовались солнечные фотомодули Ryzen 335 Вт в количестве 90 штук, а также инвертор Acrus 30K торговой марки Altec. Для защиты со стороны постоянного и переменного тока используется оборудование торговой марки ETI. В солнечных фотомодулях Ryzen 335 Вт используется поликристалл. Компания Ryzen уже многие годы является крупнейшим производителем солнечных фотомодулей моно- и поликристалла и зарекомендовала себя как надежный и качественный производитель, что позволило ей войти в топ-5 лучших компаний TR1. Инвертор Acrus 30K – один из самых популярных инверторов на территории Украины. Данное оборудование интерпретировано под украинский рынок, имеет украинское и русское меню настроек. Также есть возможность настроить его таким образом, чтобы он не выключался из-за большого напряжения по фазам. В свою очередь, собственник не будет терять драгоценные часы работы солнечной электростанции. Годовая производительность солнечной станции 35 тысяч киловатт, что дает возможность своему собственнику получать доход ежегодно до 6,5 тысяч долларов. Гарантия на солнечные фотомодули 10 лет, гарантия на инвертор 5 лет, с возможностью увеличить до 7 лет. Для монтажа солнечной станции на крыше дома использовали профиля из оцинкованной стали. На крыше было размещено 30 фотомодулей. Для монтажа наземной станции использовалась профильная труба, которая была вскрыта антикоррозийным покрытием, загрунтована и покрашена трехслойной краской для длительного срока эксплуатации. На наземной конструкции было размещено 60 солнечных фотомодулей. Данный объект был построен за 13 дней и введен в эксплуатацию в течение 2 недель. Задача компании Energy Dream, чтобы наши клиенты получили профессиональный подход к строительству станции, лучшее оборудование и были довольны вложенными инвестициями.